Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to UAE training camp episode 4, for brother Khabib. So stay tuned. We'll be right back with a video. Welcome back, guys. Inshallah, we're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. He's done a great job of catching through that pain. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards. Here are the totals: 30-27, 29-28, and 29-28. All for your winner by unanimous decision from Russia. Не выспался, думаю, она меня разбудит. Так, посмотри, я на чем. Ты сам видишь, блядь. Так, я салат, чуть-чуть курицу, водички килограмм или литр, да, извиняюсь. И этот. И на Маряну догорать. Нет, очень важно, что ты кушаешь за месяц. Я так хочу 400 грамм салата покушать и все. И пару этих кусков курицы. А Мурат что кушает? Аккуратно, понял? Мясо добавь. Это курица? Мура какую грудинку готовит вкусную. Да? Вообще вкусно бывает. Нет, здесь возьми, покушай тоже. Я ничего не буду. Ничего не буду. Московский, что ли? Оливье. Москва. Это что, хумус, да? Да. Ба-ба-ба. Сейчас я буду здесь. Что мы можем? Это на фруктах. Если он вот так, тогда я вот так. Кстати, не зря же мы позавтракали. Сейчас вот этот живот пополнять зачем? Аккуратно на фруктиках. Это позавтракать. Это издержки на жепа здесь. Я буду открываться. Че, какие мысли были в третьем раунде? Никаких не было. Дурак, что ли? В смысле, не было мысли. Но какие-то мысли послышали же во время боя? Не знаю, думал, почему так тяжело. Думал, почему так тяжело? Она может быть и не быть, просто ты когда оказываешься в ситуации, в которых ты не был, и ты думаешь, что это тяжело. Просто тебе непривычно было. Да. Пару раз побудешь так, ты уже привычно был. Даже ты хорошо. Волновался, зашел. А? Волновался, когда зашел, волновался. Да?
На третий раунд волновался? Не, вообще. Не, вообще. А, с самого начала? Да. О, вот джебы, джебы, джебы. И вот это, понял. Шагование. Не, брат, смотри, когда ты дерешься, ты не знаешь как. Вот ты просто дерешься, дерешься, дерешься. Я не помню, вообще не помню. Такой бывает. Я даже не ты помню, дерешься, когда я сел, встал оттуда. Я не помню этот второй раунд, вообще не помню. Это знаешь почему? Это от суеты. От суеты, понял? От волнения. От волнения. У тебя было такое? Иногда бывает, ты бой сделал, уходишь, и ты не помнишь просто, как все прошло. Например, три раунда подряд, думаешь, втором раунде что было, первом раунде. Второй раунд вообще не помню. Это знаешь, как бывает, это такие приятные травмы. Вот он, вот у него нога болит даже, вот он на нее наступает, ему вот бывает вот, по кайфу даже. Есть такая тема, да? Вот наступаешь, вот смотришь на себя, а вот так лицо моешь, здесь болит, там болит, и думаешь. А ты думаешь, много, да, для итога? Никто надеть. Ну смотри. Чисто, вот лишнего ничего нет. Ну, хорошая тарелка, я бы от нее не отказался, блядь. Но для меня она чуть много. Этот, еще знаешь, что бывает? Где-то что-то болит, приятно даже. А потом, когда, вот, самое главное, чтобы это не раздражало. А если раздражает, значит, результат не твой был. А кто, интересно, забрал бонус боя вечера? Короче, там пять нет, там такая суета, да, ты видел эти нокауты? Там вот, друг за другом, я такой думаю. Я думаю, после короче, озвучки, да. Они, короче, первый раз подрались, я думаю, да нет, все, да, ничего друг не получилось. Друг за другом нокауты там были, и четыре, короче, нокаута они отдали. Честно сказать, вообще, там такие нокауты были, разворот, базовый, там, тот бой вечер. Раз. Угловой Мачаев, ничему хорошему это не приведет. Кто это, Мурат Ибрагимов? Скринил, да? Это он мне отправил. Знаешь, какая тема? Короче, у него, походу, нога заболела. И он на нее голеностоп одел. И когда он эту ногу ударил, помнишь, тот прихватил ногу? Ты знаешь, почему нога не ушла? Если бы не было бы этого голеностопа, нога отскользнула бы. Понял? В бою это когда ты ногу бьешь, голая нога, она скользит. А он когда прихватил, обрати внимание, он прихватил ее за голеностоп. Зацепил. Рука зацепилась. А он оставил эту ногу, которая рука зацепилась, и об нее упершись ударил с разворотом. Так что судьба с ней такова. Если у вас что-то болит, не отчаивайтесь. Может быть, эта ваша травма послужит тому, что вы сделаете на кого-то года. Так что не всегда то, что вас постигает, это беда. Сегодня с вами специальный корреспондент из Галата Усман Нурмагомедов. Я снимаю того, кто снимает Хаила. По поводу Ислама Махачева. Что с ним? Где его боец? Где его соперник? Как вообще его судьба сложится? Не знаю, брат, соперника ждем. Я думаю, мало кто согласится. А Тони Фергюсон что говорит? Тони Фергюсон. То, что он говорит, вообще не имеет значения. Он что попало говорит. Но он не хочет драться. Нет, он не хочет драться. Тони Фергюсон не хочет драться. А никто почему? Не хочет с Исламом драться. А это была уже давняя история, что с Исламом кто-то подрался. Надо, я не знаю, что сделать. Вот только приходится вот так с кармана самому доплачивать. Деньги вытаскивать, чтобы кто-то вышел. Все, надеемся, вы найдете скоро замену Исламу. Работаем. Не попадаю. Так, вот здесь кто у нас? Вот эти. Ассаламу алейкум. Как дела? Почему ни один боец из 115 не хочет с вами драться? Тяжелый вопрос. Такие суммы предлагают сверху. Ага. Никто не хочет. А ты со своего кармана предлагаешь? Да. Тони, я отдаю весь свой гонорар. Не выходит? А до него дошло, интересно, это предложение? А, насчет моего не знаю, но что Алишка сказал, что я даю ему 200 тысяч долларов, до него это дошло точно. So, guys, we're just a couple of days away. Today is Wednesday, so we got Thursday, Friday, and then Saturday is the fight day. So I'm really, really excited. I'm going to try to see if I can live stream while I'm watching the fight and share my reaction with you guys. So if you guys are interested, please let me know. Smash that like button, put in the comment section. So if you guys would like me to put that live stream and share it with you guys and give you guys my reaction live throughout the event, so let me know. Then inshallah, I'll try to work something out and make sure I confirm it with you guys and set it up. So really, really excited. Just a couple days more left. I'm praying for brother Khabib to win this one. And it'll be a nice fight.
So thank you very much, guys, for watching this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to check out another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care.